Синара Андрея Соколова в этом сезоне финишировала на 4-й строчке. А вот «Газпром Югра», вопреки прогнозам экспертов, неожиданно выиграл золото чемпионата страны. Одним из главных творцов этой сенсации стал опытный и харизматичный голкипер югорчан Звят Купатадзе. Я вратарем стал там случайно. Знаете, как я, когда в футбол пришел, я был нападающим. И на одной тренировке у нас вратарь простыл или что-то не пришел. И меня поставили в воротах. И я на игру так отстоял хорошо, и все. После этого меня оставили вратарем. Мне столько лет уже, 6 лет уже вратарь, 36. Сейчас 19 сезон начнется в «Газпром Югре», как я здесь играю. И первые дни тренировки, как я был мотивирован, так же сейчас мотивирован. Безусловно, главная карьерная победа Купатадзе в минувшем сезоне – чемпионство «Газпром Югры». Впрочем, это не единственное яркое впечатление. Если начать с января, там мы уже был чемпионат Европы по мини-футболу, где сборная Грузии. Мы вышли из группы, выиграли первые игры, и в истории грузинского спорта, игровых видов спорта, первый раз сборная Грузии попала в 8 лучших команд Европы. Давай, Ракли, гол забей! Работа работой, но дети в жизни любого родителя занимают совершенно особенное место. Тем более в жизни такого любящего, эмоционального отца, как Звят. Ну, пас, пас! Ну, хорош! У меня два сына, Иракли и Лука Купатадзе, они играют за ФШМ 2011 и 2010 года рождения. Я, наверное, безумно хочу, чтобы мои дети стали футболистами, это, не знаю, это будет, это мечта, которой я буду счастлив, это если это получится. А для этого есть все шансы, ведь сыновья Звяда не только смотрят на выдающегося игрока с трибун и по телевизору, но и перенимают отцовский опыт в совместных тренировках. Да, это было когда в пандемии, там ребята помогали и это, ну, держать форму, там они били какие-то упражнения. Ираклий и Лука, они мне, ну, помогали. Я их тренирую, они меня тренируют. Надеюсь, что они так заиграют, что мои победы уже уйдут на второй план. Он играет в бусах, которые ему подарил Бесугурам Мудзаиди только что на день рождения. Купатадзе играет в России вот уже почти 20 лет, а потому может с полным правом изнутри оценить развитие мини-футбола в нашей стране. В России мини-футбол очень популярен. Даже недавно, когда были в эфире на Матч ТВ, сказали, что когда сборная России на чемпионат Европы, да, играла против Грузии и Украины, там рейтинг был там сумасшедший. В регионах ездим, где мы играем, всегда болельщики, полные залы. Здесь очень любят. В октябре Купатадзе исполнится 43 года, и в это время в России уже вовсю будет идти новый мини-футбольный сезон, на который у Звяда и его клуба большие планы. Практически все лидеры подписали, там, наверное, уже несколько, там, 2-3 каких-то изменений будет. Остальные бразильцы вроде тоже все остались. И у нас уже, я уже вчера ходил уже в тренажерный, себя привожу после такой паузы, физические данные, что уже готовимся к суперкубку, который сказали будет 10 сентября. Так что этот титул еще нету, этого кубка у «Газпрома», так что мы будем биться за суперкубок.